На работе надо работать, а не бухать. Я что, зря сгонял? Короче, или мы бухаем, или я ухожу. Не уходи, будем бухать. Нам 6 лет! Ну, будет у нас корпоратив, обязательно будет. И так все ясно. Но я первый уехал, все еще здесь оставались. Что здесь происходит? А ты что, еще дома не был, что ли? И как мы узнаем, кто виноват? А что тут узнавать? Вспоминай! Музыку включи. Не бойся, глупенький. Я сейчас сама все сделаю. Да пошел ты в жопу, почетный житель города. Поехали домой. Сосись. Разлили уже. Открой. Женщина, садитесь на метлу и улетайте.